И пока мы не остановим вот эти длину вот этих мышц, у нее будет болеть спина по закону кинематической расшифровки. Ловили? То есть если болит спина, надо всегда смотреть суставы, особенно тазобедренные. Их смотрят? Вот так. Их не смотрят. Ну дай бог, что рентген не смотрит. Так, слева 70, справа тоже 70. То есть она не в своем размере живет. Она думает, что очень маленькая девочка, она же выросла. Вот смотрите, я согну ножки. Согну ножки. Да. На выдохе садись. Выдыхай. Ложись. Садись. О, спокойно, спина работает. Вверх, вниз. Но. Вы сидя, подожди. Должны достать пальчики ног. Должны достать. Если бы не горел, я достаю. Ну, достал. Ну, у нее руки длинные. Спина на самом деле гибкая, несмотря на то, что она деревянная. То есть перспектива есть. Сейчас пойдем проверим, насколько вы